заслуженный артист России Игорь Брославский. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу вам сказать, что от года к году, мне кажется, вот все интереснее и интереснее становится наш конкурс. Вы согласны с этим? Но только единственное, что вот досадно, что в зале все меньше и меньше народу. Казалось бы, должно быть все наоборот. Но тем не менее, в зале одни наши. Я это понял сразу, судя по тому, когда сидел наверху, как вы аплодировали и встречали наших замечательных, не конкурсантов, а я не побоюсь этого слова, наших замечательных артистов! И вы знаете, мне очень приятно, что звучат разные песни. Что звучат и ретро-шлягеры, звучат и зарубежные песни. И вы знаете, я когда-то говорил о том, несколько лет назад в Москве, что вот много ребят, которые поют. И, к сожалению, мы не знаем, насколько талантливые у нас люди. И вот сейчас появилась такая программа «Голос». Да? Не знаю, вот, на мой взгляд, она самая мной любимая сейчас программа, да? Где мы видим людей, настоящих, на мой взгляд, и певцов, и артистов, которых нельзя сравнить с артистами шоу-бизнеса. Вы согласны? Потому что они это делают, во-первых, пока бесплатно, во-вторых, честно. Вот. Но, вы знаете, мне посчастливилось работать с великими мастерами, с великими людьми, которые всегда выходили на сцену и делали это честно. Я хочу вам сказать сейчас о Муслиме Магомаеве. Сегодня прозвучали песни из его репертуара, мне очень приятно. И я хочу исполнить для вас, пускай это будет светлая память его, пускай он там на небесах слышит о том, что мы его любим, что мы о нем помним и будем помнить всегда. Я хочу исполнить несколько песен Арно Бабаджаняна из репертуара Муслима Магомаева. Спасибо!
Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну, песня написана на стихи моего друга, практически, ну не практически соавтор, мы написали с ним гимн КМПР. Горняки, металлурги, трудовая семья. Горняки, металлурги, это он, ты и я. Жизнь не зря нас сплотила, ведь известно давно, если вместе мы сила, если все заодно. Итак, королева красоты! Стихи Анатолия Новакова, музыка Эдмара Ванчаня и ваши руки! По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Солнечного света у киоска ты стоишь, блестят окошками журналы, на них со стопин смотришь ты. Ты в журналах увидал королеву красоты, а я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой запишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королев красоты. С тобою связан навек я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, и в журналах, и в кино. Но я знаю, что ты стала лучше нее и все равно. Даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. О, дайте сердце, зал, я прыгаю. О! Сольется прямо с крыши, потоки солнечного света. У киоска ты стоишь, а я иду к тебе навстречу. И я несу тебе цветы, как единственный на свете королев красоты. Как единственный на свете королев красоты. Как единственный на свете королев красоты. Сейчас я приглашаю на эту сцену Сережа, выходи. Ваши аплодисменты, Сергей. Просвирен, Сергей Просвирен, ваши аплодисменты. Мы никогда такого не делали. Сегодня впервые. И только для вас. Мне, знаете, все время хотелось, когда я смотрю голос, вот они там говорят все, градские там. Вот пускай встанут и споют вот с этими ребятами, которых они убирают, да? Вот выйди, спой. Я не боюсь. Он пел песню «Мечта сбывается». Я сейчас показываю мастер-класс. Как мне кажется, ее надо петь, а он споет второй куплет. Вы не сдержаете? Вы хотите, чтобы у вас мечта сбылась? Она сбудется! Это вам говорит заслуженный врач России. Доктор. Уотсон! Серега, не уходи. One, two, three, stop!
не сбудется. Ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Но моя встреча лучшей средство от одиночества. Но и в том, что было, помни, не забывай. Все вместе иди, Сереж! Мечта! Вся любви нечаянно, кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится. Серега! Но и о том, что было, все приготовились. Помни, не забывай. И все! Мечта сбывается, и не сбывается. Сергей Просвирин, ваши аплодисменты. Давай, искупайте его в овациях. Потом девчонки его искупают в шампанском. И председатель молодец нашего жюри, заслуженный артист России Игорь Брославский и участники 13-го конкурса эстрадной песни «Музыка друзьям». Дорогие друзья, мы ждем вас завтра в 16 часов на гала-концерте нашего конкурса, и не забудьте про приз зрительских симпатий. Ведь именно от вас зависит, кто получит этот долгожданный приз, приз зрительских симпатий. Катя! Где ваши руки? Небо смог в сиянии звезд над головой. Календарь перелистнул свою страницу. Эта музыка встречает нас с тобой, и она еще надолго будет сниться. Эта музыка встречает нас с тобой. Все музыка друзьям, слава. Музыка друзьям, но приходит к нам эти песни, что летят, как будто птицы. Музыка друзьям, но подарит нам всю свою любовь, пускай она к нам возвратится. Город Выси приглашает
всех друзей и теплом своим, и дружбой встречать. И подарит нам немало светлых дней. Пусть наш зритель в этом зале не скучает. Мы подарим вам немало светлых дней. Все! Музыка, друзья! Музыка, друзья, вновь подарит нам всю свою любовь, пускай она к нам возвратится. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши аплодисменты, которыми вы сегодня наградили наших артистов, за ваши улыбки, за ваши искрящиеся глаза, за ваши добрые сердца. Музыка, друзья, вновь приходит к нам. Что летят, как будто птицы. Музыка, друзья, вновь подарит нам всю свою любовь, пускай она к нам возвратится. Еще! Музыка, друзья, вновь приходит к нам, эти песни, что летят, как будто птицы. Музыка, друзья, твою любовь, пусть наша встреча повторится. Всю свою любовь, пусть наша встреча повторится.